потеря в журналистском сообществе. На 62-м году жизни скончался Вячеслав Тимуков, 15 лет отдавший чувашскому телевидению. Уроженец села Хармалы и Бресинского района, выпускник Чувашского госуниверситета, Вячеслав Тимуков начинал журналистскую карьеру в районной газете на своей малой родине. С 1980 года работал корреспондентом на Чебоксарской студии телевидения. Он возглавлял отделы профсоюзной жизни и социальных проблем. 4 года занимал пост заместителя председателя ГТРК. Вячеслава Тимукова знают читатели «Советской Чувашии», республиканских газет и журналов. С ними он сотрудничал до последних дней своей жизни.